Та-дам! Итак, встречаем Honda CR 250. Ну, как бы вот такой вот обзорчик мини. Вот, я его вчера взял, вот только намыл. Ну, еще ничего не делал. Покатался. После этого обзор ставлю. Как я по гаражу лупил. Так, ну и что мы тут видим? Чё? Ну, руль кривой, рентал. Сцепа не ломайка, ну это херня. Сюда мы сделаем. Так, тормоз. Щиток новый, даже не прикручен. Крыло тоже новое. Так, перья не текут, это хорошо. Щиток вот этот белый снимем, мне он не нравится. Резик, вот резик, да, резик пострадавший. Такой прям, ух, это фигня. Вот радиатор я офигел. Как пацаны прикалываются с Жигулей. Большой, я вообще первый раз увидел такого большой. Так, все грязненько. Цепь звезды еще походят. Да. С этой стороны, ну как у всех, пластик немного, это пожеванная эта фигня. Тут прикол кика, смотрите, зацените, какая кика. Оригинальная вот до сюда идет, вот здесь она заканчивается, коротенькая. И у нее ход получается кикование меньше, а у этой больше и легче. То есть раз, два, щелк, погнал. Так, ну что тут? Такой вот беглый осмотр. Тут он или зимний покатух. Зимой кто-то на нем лупил. Так, а из проблем? Из проблем, короче. Первая проблема, это, короче, рама лопнута. В трех местах сейчас покажу. Вот первое место. На этой фигня заварю. Я вот с аргончиком даже договорился. Сейчас с той стороны покажу. Вот тут сверху. Вот. Оп. Вот. Сверху трещинка. Тоже херня, заварим. Косыночки здесь поставим, усилим. Будет щелкать нормально. Ну и снизу. Надо вот это вот. Такие приколюхи тут. Прикинь, да? Вот так вот. Это же старый добрый конь. Да, 97-й год. Я у Димки, Афоньки. Вон там еще два. Тут респект, знаете, какой? Смотрите, какая ручка. Димка ее сам лично вытащил. Мне она так нравится, такая красивая. Надо ее только напидорить, чтобы красивая была. Очень крутая ручка. Надо попросить. Тут вторую такую сделал на заказ. Две были четкие от автора Димки. И зацените, какая здесь подножка. Да, лапка точнее. Арига. А с этой стороны Димка сам вытащил. Представляете? Вон даже видно следы. Блин, ну так качественно выточено. Я прям офигею. Просто вообще. Вот это бывает, да? Вот так вот.
Главный мопед боевой. Местный тутаревский. Будем продолжать дальше на нем лупить тутари. Ну, может, и если кто возьмет на прицеп, еще и с ним куда-нибудь, любое место. На таком мопеде то уже куда угодно можно. Хоть лес, хоть в горы, хоть болото только нахер надо. Так что вот так. Ну все. До встречи, скоро будет. Скоро будут видосики.